Добрый день, друзья. Сегодня у нас 15 июля 2023 года. Город Воронеж. И нашу прогулку мы сегодня начнем со сквера имени Платонова. Утро. Люди или за городом, или еще спят. Свадьба уже гуляет. Приехали на фотосессию. В Воронеже сегодня не жарко, в районе 20 градусов. Частенько набегают облака. А утром даже и дождик срывался небольшой. Солнышко в очередной раз заходит за тучку. Красивый сквер, маленький, уютный.
Продолжим нашу прогулку по городу. Четкого плана сегодня нет. Просто погуляем по центру. Что-то везде строительство. Что-то делают, что-то улучшают. Сейчас мы на площади Ленина. С правой стороны библиотека имени Никитина. Слева областная администрация. И впереди площадь Ленина. Оперный театр. Ильич указывает правильный путь. Да вроде и старая плитка не настолько плоха. Есть выбоины, конечно, местами. Но решили полностью поменять все. Это и Бунинский сквер на реконструкции. Улица Плехановская. Ветерок поднимается. Улица Дзержинского и сквер Надежда.
Шли через сквер, выходим на улицу Орджоникидзе. Парус Надежды, благотворительный фонд. И улица Орджоникидзе. Небольшая улица в центре города. Одно из старых сохранившихся зданий. Красивенько смотрится. Пересекаем улицу Володарского. Созвездие концерн. Впереди каменный мост, пострадавший в начале июня от дождя, от ливня, смыло подпорную стену. Улица Карла Маркса.
все огорожено, чтобы велись какие-то работы, что-то не видно. А мы продолжаем двигаться по улице Орджоникидзе. Подходим к Воскресенскому храму. Красивый храм. Тоже старинный дом. Садово-парковый ландшафт. Бульвар по улице Орджоникидзе. Тоже людей практически нет. Лишь одинокие фигуры где-то вдалеке. Вот ветерок стих. Темненькие точки появились. Клены красивые. Крона у них хорошо формируется. Виды на старый город. Купола Богоявленской церкви. Вдалеке левый берег виден. Мы
возвращаемся на бульвар. Количество лавочек здесь заметно уменьшилось. Подошли к советскому скверу. Тоже людей не очень много, да практически нет. Единицы гуляют. Погода благоприятная для прогулок. Солнышко не яркое и не так жарко. Лишь бы дождик не пошел. Красавец храм. Воробьи активно чирикают. Фонтан еще не работает. Опять ветерок подул.
шмели, пчелы активно трудятся. Дворец творчества детей и молодежи. Что-то этот сквер вроде бы выиграл. Занял первое место на реконструкцию. Работ не видно никаких. Это еще за прошлый год он. Голосование было. В свое время красивый сквер был. С годами рушиться стал. А ухода практически никакого. Какая мощная стена подпорная Покровского храма. Вот вышли мы на улицу 20 лет в ЛКСМ. Самое начало улицы. Оригинальный дом. Практически нос корабля.
тоже в этом месте уютная улочка в центре города. Если по левой стороне еще более-менее современные дома, по правой довольно старенькие. Какие красавцы стоят еще. Переулок Скорняжный. Свернем мы в этот переулочек, пройдем немножко. Да, домики крепенькие везде, за редким исключением. Вот он, один затесался, и тот ремонтирует. Крылечко, увитое виноградом, и старенький домик. Вот еще одна старина. А напротив особняки. Скорняжный один. И вышли мы на улицу Бучкури. Тоже небольшая старинная улица.
Вот улица заканчивается. И выходим мы на улицу Пятницкого. Тоже старая улица. Здесь еще сохранились старые дома. И движение интенсивнее гораздо. И новые дома начинают теснить и здесь. Старый частный сектор. Это старая. И напротив новая. Красивый дом. Мы попали на 20 лет в ЛКСМ. Мы свернули на 20 лет в ЛКСМ. Пройдем немножко по ней, а потом повернем на Помиловского. Ст-
стоянка обустроена. Громадина среди частного сектора. Улица Театральная. Свернули мы на улицу Помиловского. Вот тоже красивый старинный дом. Дом Медведевой. Вроде обещали реставрировать, но годы идут, никакого движения. И уже где-то в печати промелькнуло, что они собираются его уже реставрировать. Тоже старый дом. Так бы неплохой музейчик получился бы. Уже центр города, а улица в неважном состоянии. Правая Суконовка, небольшая улочка. Ну, мы подходим к площади Победы, уже на холме Тылла.
широкой лесенке поднимаемся к проспекту Революции. Проспект Революции. И площадь Победы. Тоже людей не очень много. Вот вид на улицу Помиловского сверху.
Вот здесь, на площади Победы, мы нашу сегодняшнюю прогулку завершаем. Прогулялись мы немножко по летнему Воронежу, посмотрели на улицы, переулки, прогулялись, словом. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!